Международный исторический проект «Цифровая звезда», в котором сегодня участвовали активисты городской организации БРСМ, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и учащиеся 25-й средней школы, нашел свое продолжение на месте памятного знака у места массового расстрела мирных советских граждан немецко-фашистскими захватчиками в 1941-45 годах. Находится он в микрорайоне Дубинники. Это уже 15-е оцифрованное памятное место. У нас в стране, к сожалению, их очень много, потому что время было такое, что больше всего пострадала именно наша страна. В процентном соотношении мы потеряли каждого третьего белоруса. На данный момент 15 памятников у нас оцифровано. В дальнейшем мы расширяем, стараемся хотя бы по 5 в год открывать. Сегодня каждому знаковому месту присваивается QR-код, через который производится переход на страницу сайта проекта с информацией об объекте. Очень важно, что сегодня старшее поколение и молодежь совместными усилиями сохраняют ее. Самое важное, что мы должны передавать следующим поколениям, как и нам передавали наши отцы и деды, о том, что надо любить свою родину, надо помнить, что нам оставили, каким трудом нам доставалось, в том числе и победа, и восстановление наших стран, наших городов, сел. В дальнейшем также мы хотим увеличивать и обширно географию цифровых звезд, потому что новому поколению и, в принципе, нам легче хранить информацию в электронном варианте и передавать ее и делиться. Я считаю, что такие мероприятия действительно нужны, действительно важны, чтобы наше подрастающее поколение знали и помнили о том, что происходило, и чтили память. Слова, которые я произносила, конечно, шли от моего чистого сердца, потому что я помню, горжусь и благодарна тому, что я могу жить сейчас под мирным небом и не видеть всего того и читать только из книг по истории. Еще один из памятников Бреста, посвященных событиям Великой Отечественной войны, сегодня получил цифровую историю. Теперь достаточно навести смартфон на этот код, и на экране высветится страница, рассказывающая историю бывшего форта Дубинники. Наша святая обязанность – посещать их не только в мае, рассказывать детям о том, что здесь произошло, чтобы они несли ответственность за каждый кусочек родной земли, чтили память погибших за мир и смогли его уберечь. 9 мая, День Победы, является, наверное, самым главным праздником в году. Молодые люди, которые приходят к нам в бригаду, они, я считаю, автоматически проникаются этим духом, духом патриотизма, потому что, посетив с экскурсией Брестскую крепость, ты проникаешься вот этим духом, духом патриотизма, и видишь, чего стоила эта Великая Победа. И в будущем эти люди, я уверен в них на 100%, никому не позволят переписать ход истории, никому не позволят сносить памятники на нашей территории. И я думаю, что не просто не позволят сносить памятники, они будут строить новые, потому что белорусы помнят. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, новости Бреста.